Сейчас мы ждем девочек. Это, наверное, самое долгожданное мероприятие. Мы ждали этого мероприятия год, и на протяжении года онлайн обучались, онлайн встречались. Виделись только вот с каждым регионом по отдельности. А сегодня мне очень волнительно, потому что мы все увидимся вот все вместе впервые. Мне кажется, очень такая волшебная атмосфера будет, потому что даже в формате онлайн чувствовалась такая поддержка, солидарность, какое-то единство. Сейчас мы ожидаем девочек с Каракола, с Таласа. Нарын уже прибыли. Ош, Джалабад, Паткен, они вот вылетают, тоже их очень-очень ждем. Все было отлично, полет тоже. Полетел что мне Луджака, а зря жалко жить толкнуть по ничего чего не надо. Жалко огромное безобразие, сердно гарпотас, я не танцую, мне камушек мурмал к тебе. Бурса, барус, жахан танцует, купил он танцует, дашь раз, дрючили без. За махсату за ушур, все везде журналисты блин, да и контакты кто же сгорит, приблизка, кому кто еще сгорит, так у медиа да и керекту нерсе, чан шон дойле, били мюзде, волдун комбаркет палсе. Семинар был, уж керекет тренингтер, ойындар, еще саяхаттар, да, ушлар да бутыта. Близкий вачей онлайн ухамста, а ушону офлайн практика жүзінде көрөбүз. Ушул бизге эң чоң практика жүзүндө көрөбүз. Ушул бизге эң чоң күтүүлөнүп атат. Анан жогорку кеңешке саякат бар экен. Ошол ошондой аябай күтүп атабыз. Мен эң көбү креативдүүлүк күтүп атам. Себеби бул жерде азыр ар тараптан келгендер го, ар биринде креативдүү ойлор да. Ал Бишкектин семилерин айланып келгенибизде алар башкача ой жүгүртөт балким да. Биз салыштырып, да ушул нерсени балким өзүбүздө колдонуп дегендей. Ушунча кыздарды чогултуп, бизге ушундай билимди берип аткан, шартты түзүп берип аткан Азияга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде азыр 60-тан көп кыздар чогултуп турабыз. Өзү чоң жоопкерчилик, ушундай чоң мероприятие болуп атканына ыраазычылык жана баарыбыз сактуу болуп кетели. Мен мектепте мындай жакшыраак жүрөт элем, катышат элем бир нерселерге, мындай хуже окуган окуучу эмес элем деп. Ошо демилгелүү жаштар долбооруна катышканбыз биз. Дебаттар болот эле, ошол жерде Жыпар эжекей деген эжекейибиз бар эле. Бир күн сүйлөшүп калып, Паша дейт, десем, ушул медиа кыздарга катышып көр дедим. Кийин мага интересно болдум, бул медиа кыздар кандай депчи. Кийин кантип тапшырам деп сурасам, ушул киресиң, минтесиң деп мага ссылкасын жөнөттү, заявка толтурдум, кабыл алышты. Ушунан башталды барысы. Гульжан Эджиев, там Бурлуча еще, Паша, Нагима. Я красивая. Барына салам. Үч күндүк кемптен аябай жакшы адамдарды жолуктурууну, ошондой эле өзүмө керектүү маалыматтарды алам деген ишенчтемин. Мне сейчас очень интересно вот именно арт-терапия. И еще встреча с Эльвирой Сарабалдиевой. Мы сегодня приехали с ребенком, его зовут Алинур. У нас все было хорошо, мы сидели в аэропорту, потом нам не купили билет. Хотя нам до этого сказали, что нам билеты не нужны. Потом мы немножечко расстроились, немного поплакали даже, и мы приехали. Потом нам решили проблемы, спасибо Айзат. Она решила все наши проблемы и наши капризы тоже. Я очень мечтала стать журналистом, но, к сожалению, не получилось. Но теперь моя мечта исполнилась, и мы здесь. Я, наверное, скорее всего, буду, наверное, писать текст. Более, мне сейчас, я на данный момент пишу текст, а женщин, которые попали в насилие, семейное насилие, которые страдают. И поэтому, мне кажется, я буду помогать и открою свой кризисный центр. Я так мечтаю, это моя мечта. Меня зовут Рыспек Кызы Жидебел. Мен 26 жаштамын. Өзім Алайдан болом. Это Алайская область, Ошская область, то есть Алай району. И
Село называется Гульчо. Вы, наверное, слышали, это мы в туристической базе живем, можно сказать, Джайло. Я работаю учителем начального класса, я замужем, у меня двое детей. Личный день, баштай береви сазы. Барыга Сухулганга, наконец-то горюшком мы, давайте беремерезка полчапку. Қанчадан бері келендіңіз, көп нәрсені үйрендім, бұл да қанша. Сіздерге чоң рахмат. Мұрын бір дағы аккаунт алып атшалы емеспіз. Азыр менде 4 аккаунт. Анан ұшындағы чоң қанысы. Үйренген немесін барым ұшы медиа жамаатта өзісті өстіріп практикада көрі деп ойлайды. Ең бірінші оға біз бір-бірімізменен танышып, анан мұндай өзімістің медиа қыздар қолымын түзгін ғой. Анан ұшу іс-шарада бір-бірімізге қолдау тұрған, бір-бірімізге мұндай поддержка көрсету тұрған іс-шара болсын деген біз. Негізі Қырғызстандың айымдары жөнінде мағлұмат қоюға үйрендік. Стереотиптерді жоқ қой шығару үшін, дискриминация деген көрінішті негізі білмей қалыш үшін ошо қырғыз тілінде мағлұматты көбірек жаратсаңар деген ниет менен ушул долбоорду баштаганбыз. Мен атым Сезим, Талас облусунан келдим. Өзүм 17 жаштамын, 13 класстын окуучусумун. Кара Бура районундагы Байсулда Мырзабаев атындагы орто мектебинде окуймун. Мектепте жакшы окуучулардын катарына кирем. Жакшы окуган окуучулардын катарына. Программа биздики получается эртеңки күндөн башталат, толук 3 күн. Программаны көрүп, мүмкүн кичине коркусоңуздар керек, анткени эртең мененки 10-дон түнкү 12-ге чейин иштейбиз, окуйбуз, таанышабыз, сүйлөшөбүз. Медиа кыздар долбооруна мен ушул төрөп декреттик учурда бала менен үйдө отуруп калдым да. Анан аял киши деген ушул баланы баккандан эмес, ушул баланын түйшүгүнөн тажайт экен да. Анан кийин үй тиричилиги бүтпөгөн, кайра эле үй, кайра эле балдар болуп, анан бир нерсеге кызыгып алаксыйын дедим да. Ошол учурда как раз социалдык тармактарда Медиа кыздар академиясына кыздар кабыл алынып атат деп калды. Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин аяктагам. Анан жазганды жакшы көрөм да. Чакан постторду жазып келчим буга чейин, анан ушул эссе конкурсун уюштурушуптур. Ушудан өткөндөр кийинки этаптарга өтөт, анан макул деп күчүмдү сынап көрөйүн дедим. 3 пост чыгардым. Эркин кыз, эркин сөз, стереотиптер боюнча. Анан кийин ошол бактыма жараша өтүп кеттим. Анан кийин ошодон баштап эле ошол процесске аралашып чогуу иштешип келе атам бул долбоор менен. Мы подготовили вам вот такой набор техники. Здесь есть ноутбук. Мы его передаем вам. Это такой, да, подарок от IDEA и фонда демократии ООН, чтобы вы продолжали развиваться, чтобы вы продолжали там, говорить о женщинах, писать о женщинах, поддерживать женщин. И мы вот поддерживаем вас в свою очередь, чтобы вы несли за собой перемены, изменения в свои города, села. Медиа тармагында аябай керектүү буюмдарды белекке берди. Биз абдан ыраазыбыз. Бул белектер менен биз келечекте бул белектер биздин медиага болгон жолубузда жатты деп ойлойм. 1.5 жылдай убакытта бул проект менен иштедик да. Анан азыркы учурда ушул кыздардын тилектештигин, андан калган ушул белектерди алгандагы эмоциясын көргөндө бизде мындай өзгөчө бир сезим болду. Себеби дегенде ушул иштеген эмгегибиз мындай ушундай көп эмгек кылганыбызды өзүбүз сезип кеттик да, мындай бир көп тажрыйба алганыбызды мындай түшүндүк да. Биз эми ушул өзүбүздүн багытыбыз боюнча, тагыраак айтканда, феминизмдин же болбосо аялдарды колдоо багытында, аялдардын коомдогу орду,
жана алардын мындай мүмкүнчүлүктөрү чексиздиги боюнча маалыматтарды, материалдарды жайылтабыз. Долбоор аябай жакшы өтүп атат. Биринчи күнү келгенден баштап эле программалар аябай жыш түзүлгөн экен. Так, мы разделились на две группы, чтобы ехать на две локации, и одна из групп немножко опоздала. Сейчас мы выясняем, в какой группе эти девочки, и вновь поедем в Шарфи. Сейчас мы едем в Интерньюз. Первая группа едет в Интерньюз, вторая едет в Сорос. Интерньюзга баратабыз биз азыр. Ал жакка барып, биз интерньюздун ишмердүүлүгүн көрүп келген баратабыз жана ошондой эле өзүбүздүн берилчү кызыктуу суроолорубузду бергени жана ошондой эле алар кандай иш жүргүзөт жана кандай бизге пайдалуу кандай проекттер бар ошолор менен таанышканды күтөбүз. Мага эң биринчи биз биринчи күнү эле Интерньюзга бардык. Интерньюз аябай жакты десем болот. Себеби Интерньюзда ушунчалык көп маалыматтарды колдошуп, жаштарды колдоп, көптөгөн тармактарда тренингдерди жүргүзүшүп, окутуулары бар, атайын стипендияттары бар экен да. Что Кыргызстан свободная страна. Именно свобода слова и свобода прессы – это основной ресурс для страны. Интерньюзда көп мүмкүнчүлүк бар, анан Кыргызстан үчүн көп маанилүү маалыматтарды жаштарды өнүктүрүүгө көп аракет кылышат экен. Журналист болсом, ошол жакка дагы иштеп, ошолордун коллегасы болсом, бактылуу болмок. Мен ошол окууну бүткөндөн кийин газетага бир 2 айча иштеп калдым да. Анан ал газета тилекке каршы жабылып калды. Каржылоо булагы токтотулуп калгандан кийин. Анан кийин мага башка жерден сунуш түшүп калды. Ошол такыр эле бул журналистикага, мугалимдикке тиешеси жок эле. Анан ошол жумушка кирип кеттим да, ал жерде 5 жыл иштеп. Анан баары бир жүрөктүн түпкүрүндө журналист болуу деген кыял баары бир эме бере берет экен да, кандай десем бир от күйүп жана берет экен. Анан менде ошол мурда ойгонуп жаткан ышкы кайра жалындап күйө баштады десем болот да. Мы сейчас едем в ассоциацию общинных СМИ. Да, да. Красноснимый. Атамекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени сактап келемин. Мекеним менин, кымбатым жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Атым Назира Жусупова,
силер турган офис ушу Кыргызстандагы жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирлигинин офиси. Кыргызстан боюнча жамааттык медиа деген дагы медиалар иштейт. Мамлекеттик, жеке менчик, коммерциялык багытында медиадан тышкары ушу жамааттык медиа деп аталган медиалар иштейт. Көбүнчө алар аймактарда, алыскы аймактарда, айылдарда. Алар негизги максаты ошол алыскы аймактагы болуп жаткан окуяларды жеткирүү да. Жалпы медиа ала турган, медиа жактан ала турган болсок, кыздардын медиасы эмес, жалпы медиан ала турган болсок, негизинен бир коомдо дайыма кандайдыр бир маанилүү бир окуя көрүнүш болуп турат. Ошол көрүнүш окуяны айтып берүүдө, элге чагылдырып берүүдө медиа, эркин медиа чоң ролду ойнойт. Мисалы үчүн кандайдыр бир көйгөйү болсо, калктын бир нерсеге жетпей жатса, айылында суу жок болсо, жолдору жаман болсо, же кандайдыр бир чоң кырсык болсо, же глобалдуу бир чоң маселени көтөрүп чыгыш керек болсо, эркин медиа чоң өзүнүн таасирин тийгизет, жардамын берет деп ойлойм. Көчөдөбүз, кечигип келе жатабыз. Айтылуу Зеренин сонун бир спектаклин көрөлү деп келе жатабыз. Кыздар болду. Без мальчиков, да? Да. Да, вам снимать нельзя будет. Ну и получается присутствовать. Арганда эмоциялар кутуда. Не знаю даже, но мне кажется, будет очень интересно. Сонун эмоцияларды күтүп атабыз, кызыктуу эмоциялар кандай болот, кандай жок. Феминисткалар боюнча андай кичине описание окуйбуз. Кандай эми азыр кандай болот, кызыгып атабыз. Мы надеемся, что после этого спектакля у вас появились мысли, и вы хотели бы нам озвучить, поделиться, да? Если мы можем, может быть, мы кто расскажем. Желающие да. Выскажутся. Да. Я уже истории свои рассказывали, что девушку, да? Это ваша история? Да. Да, все, вот все, давайте, да, чтобы у нас не было таких технических вопросов, что спектакль, весь текст, который вы услышали, это является авторским, документальным. Кроме истории Джамира есть это вот больше художественное. Я слушала, и у меня, я не знаю, каждое ваше слово, оно настолько откликалось. У меня в какие-то моменты слезы текли, я не понимала, почему наши истории настолько похожи. Вот спектакль чун рахмат, мен да кайсы бир учурда чыгып кетким келип атты. Особенно кагаздарды тартып алып кыйтырганда, ошо 8 мартта кыздардын мындай жүрөгү болсун аябай чуңда. Я хотела встать и прям мушкум келдичи, по мире менден тартып алатасың кагаздар депчи. Ошол состояниеге жеттим, спектакль сонун болду. Берген эмоцияларыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул жерде ар бир монологду, ар бир окуяны кыздар айтып берип жеткирип атканда биз ар бирин өзүбүздүн жүрөгүбүз менен ичибизде өкөргөн жокпуз десек анда биз эки жүздүү болуп калган болуп калабыз да. Рахмат. В общем, мен ар бириңиздерди кучактагым келип атат. Зашкаливают. Наверное, этого нам не хватало. Хотели бы услышать, чтобы это осознать. И, наверное, это все у нас скрывалось. Мы хотели осознавать, но смотря спектакль, мы вот это все почувствовали. Это очень круто. И уже другим взглядом уже смотрю на мир.
же энергии уже набрались сюда, это нормально. Через 5 минут после начала я прям начала плакать. Да. А когда Вера рассказывала про свою историю, у меня чуть ли не случилась истерика. У нас такие смешанные эмоции. Но в общем, то, что мы там смотрели, все эти чувства, все эти ситуации, мы, мне кажется, все пережили, все эти ситуации знакомы. Спасибо за этот день. Когда телефон отчумется, мы чумрим, дай. Бояхта турам не прислуха. Да, он у меня больше от бояхта. Тереза шка не хрот, а меч бояхта телефон. Сыз бояхта, не веду. Сызгичная, ты шум дырвуешь. Вроде все девочки зашли. Ой, чистый. Эшкин, алкоголь анжок пучин ли? Алкоголь анжок пучин. Сын, ма, ты крыбаш на отканбаке. Причем тут кенеды и не кенеды? Сын, ма, гаечки мемес. Мен сизгечки мемес. Сын, ма, гаечки мемес. Мен сизгечки мемес. Сын, ма, гаечки мемес. Мен сизгечки мемес. Мы зордық зомлықпен күріш атаз. Бірақ азыр күшірді. Прям зордық зомлықтың жанында тұрас. Эчким еш нерсе калбайт. Бары сом калдык, ач калбыз. Эчким сөз көтөрбөйт, сөзү айта берет. Бүгін бізге өте қызық тегін болды. Ең бірінші еле біз Сорос Кейджи фондына бардық. Ал жерден бізде Тынымгүл әже, Саид әжелер тозып алышты. Ал жерден бізге өте пайдалы болғаны, біз өзіміздегі жаңа долбоорлорменен иштешүүгө сунуштарды алдық. Анан кийин болсо, біз окуп жүргөн газета кантип даярдалат деген суроого жообубузду алдык. Кантип даярдаларын практика жүзүндө көрдүк. Андан соң болсо, медиа сабак боюнча бізге Ширин эже өтүп берди. Ал жерден баягы оюндарды ойноп эле, очко топтоп, ал очкобузду болсо акчага айлантып, пайдалуу бир нерселерди сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин билип, ал жерге ошо каттоодон өттүк, оюндарды көрүүгө көптөгөн пайдалуу маалыматтар бар экенин билдик ал жерден. Андан кийин болсо биз Бириккен Улуттар уюмуна бардык. Чынында биз мындай эле угуп койгонубуз менен баягы көргүбүз келчи, аябай кыялыбыз болчу десек да болот. Ал жерге барып бизге баардык жерин бизди кабинеттерине чейин киргизип баардыгын көргөзүп беришти. Бириккен Улуттар уюмуна кантип ыктыярчы болгонго болот, ошол кандай көйгөйлөрдү чечерин айтып беришти. Бүгүнкү күн өтө кызыктуу болду, эртеңки күн мындан да кызыктуу болот деген ойдобуз. Азыр болсо биз арт терапия өтүп жатабыз. Буюрса эртеңки күнгө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Всем привет! Мы первая группа, приехали факт-чекинг. Вот, еще не зашли. Как мы знаем, да, то, что 21 век – это век технологий, но несмотря на это, очень много в социальных сетях, да, много таких информаций, которые мы не отличаем, да, какая из них правда, какая из них ложь. Да, и как раз-таки они занимаются тем, что рассказывают людям, да, как на самом деле проверять информацию о ее достоверности. Рахмат, здравствуйте. Кош келипсиңер. Таңшалабы э, бир-бирден артыбызды мына каяктан келдик. Жогорку деңгээлде биз Дарья албайбыз, э? Жогорку деңгээлде. Жөн эле мастер-класс өтүп атат десек, анда факт болот, э? А эгерде биз жогорку деңгээлде өтүп атат десек, анда ал пикир болот. А эгерде мен ушул кыздар мисалы русту бүткөндөн кийин опрос кылат да, баарынан опрос болуп туруп, анан сурам жолоо болуп турганан кийин алар 50% ашыгы жакты деп айтса, э, анан калганы жакпады десе, анда бул
факт болот, э? Тасқталған маалымат, ар бир адамнан сұрап чыққаннан кейін, анан кейін жақсы деп айтса, андағы факт болот, э? Мен 15 күнде оқыдым. Факт, э? Туралы мақұлсыздар ба? Здесь, как я поняла, здесь женщины развивают свой бизнес, то есть они тоже начинали, как и мы, ничего не знали, не смотрели. Все экологически чистый продукт. Это органический, да, травяной. Это мед. Это морковная пастила. Тоже без сахара, без добавок, без красителей. Кстати, можно даже ребенку купить. Я ушла ли учуда кыргызында ойма шимерлерин, кыргызын балуттарын жаңырды сәтпен чынды ойтқанда өте жоғалқы денгейлдеги ойым десек болады. Сон екен барызға жақты. Это многоразовый женский прокладки. Я их куплю обязательно. Все эко-мешочек. Потому что фрукты, когда покупаешь фрукты, можно сюда положить. Элка, да? Вместо пакета. Біз Шестарт ұйымына келдік. Бұл жерде аял ішкерлердің ішмердігін қолдауға атайын қаржылық, ұшындай еле консультациялық жардамдарды беріп екен. Покупай у женщин деген долбор іш алпарат екен. Башқаша айтқанда бұл қыз келіндердің экономикалық потенциалын мүмкіншілігін жоғарылатты екен. Жақсы программалар менен қатысты. Бұйырса, чогу іш алпарабыз деп ойлайм. Ошол. А біз болса азыр ололого барып, андан ары іш чараларды улантабыз. Бүгін қалып үйгіргенде жаман болмайды ма еді? Тартып қалмайды. Үйдегілер айтып жүр бөлі, мен тартып қойшы деп. Қалмайыздағы? Эфирде медиа қыздар академиясы, жена Алпар Учу, Салтанат Баракана. Бүгінгі шығарылышта біз ололо. Коворкинг борку бойынша тааныштырабыз. Бүгүнкүдө эки группа биргеликте болобуз. Ошто негизи ичи полный кыргызды, кыргыз дүйнөсү чакырат да, даже дуалына чейин кийизер илинип, ар бир кабинкалар офистер дагы мындай кыргыз дүйнөнү берет да. Анан келсең кадимкидей ох деп мындай ой мен кыргызмын деген мындай эме эмоциябы же сезимди аябай чоңоюп чыгат да. Байқашынша бұл ололо, как сен үйді жүргендей ашшене болды, үйді қандай еркін жүрсің, сондай жұмышта дағы үш алпарғанда лайықты шылған езі ололо. Азыр көріз ішін қандай екен. Жоқ, ұлқы жақтан сауын адам точна. Мен квартирада ешкім түшпейді ле оқтай өртілім. Ауыл жақта олса, өз-өз әлі тұрасын. Бүзінлік ойғатпайды әді шен әспес. Мен айылға барсам, хұжы да. Мен айылға барсам, миллиағым келеді. Қайты отқанда айтшы. Тем болқа студент болсаңыз ақы чағыз болады, анан бұста кетесі, тамашутта. Кетсеңіз барсын, ойын ұғылып тұрсаңыз, бір өз айтады.
а кызымы, кызы 9-нчы класс экен. Кызымы бирөө менен жолуктурдум, ал бала кызыма жакпаптыр. Мынабы неме апжемс, апжесинин баласы бар экен, ошо менен жолуктуруп көрөм, жакса ошого сөйкө салдырып коем. 9-нчы класс кызга элестетсеңиз. Эй, анан прямо же аларга айта албай сүйлөбөй кеткиле депчи. Но бул жакта өзүңүз кете албайсыз. Ишеним туурак болот ачы. Мурда анчалык эмес эле. Эмишке келгенден кийин уже немеге бардым да. Өзүмчө эле башка жерге келип, башка жерге жүргөндөн кийин уже үйдөгүлөр мурда набайт эле да, даже Бишкекке барам десем, о, кыял болчу эле да. Анан келгенден кийин уже довольно болуп, а, эптесе болот экен, окуса болот экен. Только оштой эле эмес, бул жака келип деле окуса болот экен. Бачыны окушум айтпадым да. Кийин уже отселение болуп, барсы болгондон кийин. И койсоңуз ал жерде эстесемчи. Мен отселение болсом бир жери барда атам колдобошунан корктум. Анткени атам мен үчүн эң жакшысы атам да. Анан атамга бир нерсени айткандан корком. Анткени мен смыслымда атама болгон, мен күткөн жоопту атам бербесе, мен атама караганда мындай, мындай эмес экен да деп коюштан коркам да. Мисалы үчүн мен атамдан жакшы жооп күтүшүм мүмкүн да. Мисалы үчүн балам колдойм, тапшырып көр, мен сени жакшы көрөм, аракет кыл, и болбой калса эптештирем деген жооп күтүшүм мүмкүн да. Ал эми атам мага карап туруп, жок балам, эмне кыласың тапшырып, отселение болсом күйөөгө тиесиң деген сөздү уга турган болсом, мен кандай абалда болушум өзүм билем. Ошон үчүн ал суроону бербейм, же болбосо ал сөздү айтпайм. Мен бир жолу чоң неме иш кылгам. 11-нчи класста окуп атам. Даже бизде химия, биология китеби жок болчу да. Кийин немеге келдим? Араванга. Өзүбүздө айыл менен араванга бир 15 мүнөт, 20 мүнөтлүк жолдо. Барсам, книжникке кирсем китеп жок мен кыдырып аткан. Анан ордуга даярдана турган деле китеп жок. Кийин шарт көзүм жумдум, мошко чыгып кеттим. Эч кимге айтпадым. Даже авалары деле айтпадым, апжеме деле айтпадым, эч кимге айтпай. Прямо барып, тааныштарым менен эле болсом, кайсыл жерде констовар сатат билбейм. Прямо чалып, бир эжем бар эле ал жакта окуй турган. Кайсыл жерде констовар сатат дедим да. Анан базарды ичине кирип таап аласың деди. Кийин прямо базарды ичине кирдим, кирип туруп шарт-шарт кыдырып-кыдырып эле алдым. Прямо корком да, билип калышпасын деп коркуп атам да. Кийин келип алып апжеме айтып атпаймынбы? Тай жеме. Мен барып келдим деп атам да десем ал. Ошо кежигип калдың дедим. Үйдөгүлөр укпасын, тияк бияк деп атат да. А майлы все, укпа, сиз айтпасаңыз укпайт деп койдум. Бирок ошондо чоң бир иш кылгам дейм да. Мисалы үчүн ага чейин мен ошко келген эмес элем. 11-нчи класста өзүм жалгыз келгем да. Духовный күч топтортабыз өзүбүзгөчү. Себеби өзүбүзгө ишеним күч болуп атат и өзүбүздүн келечегибизге ишеним дагы көп пайда болуп атат. Мен отселение болдум, эми ОРТ тапшырып медик болом, буюрса. Өзү өзүм каалаган окуп кирем. Биология жетпей калып, анан азыр ОРТ тапшырам. Алла насип болсо ушул жерде окуйм. Медик болом мен. Бизде талада барда мындай айылда бирөөнүн жерине барып иштесеңиз 500 сом, 550 сом ушундай акча берет. Анан мен аны чогултуп бир кой алгам. Анан кой алып, аны эки кой кылдым, кийин бир койду сатты, ушундай болду, бири чоңураак кой кылып алып алдык да. Анан сразу ОРТ тапшыра турган убакыт келип атат. Досторум секомго келип атат. Ошто секом бар. Келишти. Анан менин эжеке чалып сурап атпайбы, барасыңбы сен деле деп. Анткени мектепте мен мындай хуже окуган окуучу эмес элем да, мындай мактанып айтыш эмес, бирок жакшы эле окуйт элем. Ошон үчүн сурады эжеке, барасыңбы Паша деп сурат да. Анан мен барам дедим. Сөзсүз барам, мен эжеке кой алып койгом дедим да. Десем эжеке күлүп атпайбы, болуптур сени жазып коем деди. Анан мен атамдан сурап коеюн бир сыйра дедим. Финанс жактан уже я думала, менде акча бар. Прямо баралам депчи. Кийин атама чалсам, атам мынабай койду. Кой эмне кыласың деди. Фундамент болсо, адамды башында болсо ошондой эле өтөт деди. Сен үйдө заниматься эт, тапшырып көр. Башыңда болсо өтөсүң деди. Анан башында тарынып жүрдүм. Ыйладым, атама сүйлөбөй койдум, апжеме аралаштырдым, чалып сүйлөшүп берин депчи. Кийин баары түшүнүп жеттим, мынабайт. Барбасам деле үйдө даярданышым керек дедим. Анан өзүм үйдө даярдандым. ОРТ-дан химия 61 болгон, биология 53 болуп калган. Анан өлө ыйлагам. Өлө ыйлагам, ишенесизби?
барысы қуанатады да біз жақтағылар оқуға кердім деп основной мөтті депші мен бұл жақта елі отам да неге елі отасың дейді акама чалып ака мен шындай өттім десемші акам күліп та неге елі отасың өткен болсаң дейді бірақ өтпей қалдым немеге медицинаға десем майлы мұғалім болып қаласың дейді да жоқ дедім мен мұғалім болмаймын десем ана не қыласың дейді да мұғалім болмаймын мен медицинаға кіремін дедім кейін ошымыда бар химик эколог журналист эксперт деген анан мен ағай тапшырғанда маға айтышты сен лаборант болып іштей аласың деп алар неме қылады екен баяғы банки заттарды текшіреді екен ал эми мен ал профессияда ар қандай жатты көрдім да ал эми намы бар сапаты жоқ болғандан көрі дедім чем бір тармақты таңдашым керек ошол ойдон кетишим керек дедим мен анда окуй албайм дедим да мен өзүм көрөдүм дедим го кийин ошондо чечим кабыл алдым да лишь бы тапшырсам болот бир жыл өмүрүм эч нерсе эмес дедим адамдар 20 жыл 30 жыл өмүрүн өткөрүп туруп анан тапшыргандар деле бар эчемби мен убактым өткөрүп полный ал профессияны эси болгондон кийин тапшыргандан көрө чемби бир жылда жок кылганым жакшы дедим окусам болот экен медицинада $4000 бериш керек анан окусам болот экен мен аны апама атама даже айтып көрбөдүм уже билдим да алар ынабашын билет элем да Я оставила с родной сестрой. Сейчас позвонила, не все хорошо. В принципе, я ей доверяю. Но ей звоню. Он приел. Все хорошо. Да, я могу провести экскурсию. Нужно только все собрать. Вот, и я вам по знанию проведу экскурсию. Хорошо, тогда девочки. У нас еще и съемки, да? Круто. Всем здравствуйте, меня зовут Ханыш, я являюсь менеджером ООО «Орманхан» данной локации. Вот, и я вам буду проводить экскурсию. Вы не стесняйтесь, если у вас какие-то вопросы возникают, тоже задавайте. Вот, давайте, наверное, начнем с холла. Вот, пройдемте, и мы сделаем вот такой один большой круг. После вчерашних тренингов сегодня более расслабленно. Ну, на самом деле очень рады, что к нам приезжают люди с регионов, потому что мы, когда создавали нашу студию, мы планировали в том, чтобы развивать цифровое творчество, то есть не только в пределах Бишкека, но и выезжать в регионы. Пока что у нас средств таких нет, там выехать куда-то, но когда нас приглашают такие ребята, как, например, IDEA или UNICEF, мы всегда с радостью едем, рассказываем про то, чем мы занимаемся. И вот наша студия, мы основались примерно, вот мы были такими же ребятами, как вы, у которых была идея чем-то заниматься. Это связано с вашей работой или просто интересы? Это? Да. Это мы просто делали для фестиваля своего. Сами, да? Фотозоны, да. То есть мы брали форы, вот это печатали в типографии. Айттым бе? Да. Болезнь, чувак, сразу же не сказать. Так. Еще можно вопрос? Молодец. Очень много компаний. Мы это сразу же. Бежим, мы будем мотивировать. Я то сам буду говорить, что то сам буду чего лучше говорить. А джок сразу сам до сам должен быть один гид. Сам не смогу не берем. А бежим, то чего сам не берем. Наша мотивация.
Мага жакты. Особо азыркы учурда Кыргызстанда иллюстрация боюнча иллюстраторлор көп көбөйө элек ко. Бирок булар ошол боюнча иш алып барат экен. Эми кандай десем, мисалы үчүн кагазга сүрөт тарткандан уже там өттү да. Графический тартып че концепттен ноутбуктан башка бул жактагы командасы аз жана саз анан аябай сапаттуу иштерди жасашат экен. Биз азыр экскурсияга дом 10-го бара жатабыз. Бизге абдан кызык болуп жатат. Интернеттерден да карап, азыр кандай экен деп аябай толкундап жатабыз. Биринчи жолу менинче көңүлгө толот деп ойлойбуз. Мисалы, медиа тармакта буга чейин только теория жүзүндө үйрөнүп, өзүбүз эле аракет кылып жүргөн болсок, бүгүн организациялар менен таанышып, мындан ары дагы алар менен биргеликте иш алып барарыбызга дагы да көзүбүз жетти. И мындан кийин долбоорлор менен алар менен биргеликте чоң-чоң долбоорлорду иш жүзүнө ашырабыз деген үмүттөбүз. Көп. Бирок мага окшоп атасы деле апасы кеткендер аз. Атасы деле апасы деле экөөсү деле кеткендер аз. Но атасы кеткендер көп. Анткени Кыргызстанда неме иш орунду слишком аз. Мисалы үчүн атам 2-3 диплом бар. Бирок 2-3 диплом менен деле иштебейт. Бухгалтерияны бүткөн. Иштесе болмок, бирок атам жизнь бул жердин айлыгына иштебейт. Атам 2011 жылы, 12 жылы, 13 жылда бир жолу келген. Андан кийин уже 2 жолу, 3 жолу келишти баштады. Бирок 13 жылда бир жолу келген атам. Ал эми атама уже 20 жылдан ашты. Москвада жүрөт, мен беймарал айта алам да, 20 жылдан ашты. Мени 3 жашым, 4 жашымдан берке чоң энем карайт. И чоң энеми өтө жакшы көрөм. Бирок чоң эне менен өтө көп урушабыз. Анткени мага көп түйүп салышат эле да. Мисалы үчүн эң мага жакпаганы мугалим эле болуп коюусуңбу деген нерсеси жаккан эмес. Аял кишинин кесиби, анан башында ОРТ-дан өткөнүмдөн кийин мугалим эле болуп коюусуңбу деген сөз болгондо, ага чейин окубай эле кой. Эмне кыласың? Окубай эле койгон жакшы. Баары бир кыз бала бирөөнүн хасымы деп коет эле. И күйөөгө хасымы деген ошо бирөөгө күйөөгө беребиз ушундай мааниде да. Бирөөнүкү дегендей эле. Башка нерселерди үйрөнгөндөн көрө үйдөгү иштерди жакшы үйрөн. Ушундай нерселер көп болчу. Анан бир жерге курска же болбосо бир нерсеге барам десеңиз, прямо айтат да, аял кишисиң. Аял киши өзүн коргой албайт. Эртең бир нерсе болуп калсаң, апаңа, атаңа ким жооп берет деп көп айтат эле. Ал атаңа, апаңа ким жооп берет десе, чоң энем туура түшүнөм. Анткени бизди тарбиялап атат, эртең ата энебиз келгенде чоң энемден сурайт да барыбир. Чоң энем жооп бериш керек. Эми керек эмес, жооп беришим керек деп чоң энем ушул нерсени айтат да, көп айтат. Жооп берем мен депчи. Вот биз келдик, это дом он. Ой. Мен өзүм деле негизи иштеп жүрүп, ментор болсом да бул жерге биринчи жолу келип атам. Мен ойлойм, мындай чоң мүмкүнчүлүк. Анан бул жерде өздөрү булар негизи эмне иш алып барат Кыргызстанда? Канча жылдан бери иш алып барат? Кандай организациялар менен иш алып барат? Бизге кандай жардам көрсөтө алат? Ошолор менен кенен таанышабыз, суроолорду даярдап келгенбиз, буюрса суроолорго жооп алабыз деп ойлоп атабыз. Кыздарыбыз аябай кызык болуп атат. Абдан кубанычтабыз бул жака келгенге, себеби дегенде мен өзүм студент кезимде да кыялданчы элем ушул жактан өтүп атып, иши кандай болду экен, кандай иштерди алып барат болду экен деп. Бүгүн айта кетсем, кыялым орундалып жатат. Окуудан кийин мен ушул жерде эл менен сүйлөшүп бир проект түзөм деп атам. Баткендеги аялдар. Себеби биздин Баткенде эң көп адам жабыр калган эми аялдар да. Эркежан? Телеги? Менин атым Дуршат. Мен коммуникация боюнча координатор болуп иштейм бул жакта. Бириккен улуттар уюму билесиздер, эң чоң уюм Кыргызстандагы. 26 агенттик программа, фонддор бар. Ошонун баардыгын бириктирип турган секретариат бар. Бүгүн биз менен 2 саат болот экенсиздер. Азыр кыскача эме буунун үйүн көрсөтөбүз. Азыр чынында эме адам азыраак эдеде көбү үйүнөн иштеп атат пандемияга байланыштуу. Бирок баягы биринчи, экинчи, үчүнчү этажга бир сыйра көрүп, анан кийин
конференциалға келіп, ал жерде қысқаша презентация қылып сіздермен барлашамыз, иә? Жүріңіз. Почему бы там ту же женщину не поставить, говорить о политике? Может быть, она гораздо лучше знает об этом. Но вот, к сожалению, вот такие вещи происходят. И это я о том, что вы даже в своих социальных медиа, в своих социальных сетях можете уже это транслировать. Без практики барганда клопто. Мен ойлойм, клопко барганыма ешкачан өкүнбөйм. Биз экинчи турга өткөндөн кийин бир ай стажировка берди да. Ал жерде практика кылдык. Чын айтам, менде вообще биринчи барганда кетким эле келди. Анткени лидер биле турган мындай эксперт адамдарды ичине түшүп калсаңыз, тупикке кирип калган адамдай болот экенсиз. Мен эч нерсени билбейм да. Даже жаңылык жазганды деле билбей атам. Кийин уже ал жерде журналисттер мектеби бар экен, алар келишти, кыздар. Карасам, мага окшогон эле кыздар эч нерсени билбейт экен. Анан билбесе мен деле билбейт экем дедим. Алар деле сурап үйрөнүп атат анан. Мен деле улантып кеттим да, сурап. Бир колу жок аял боюнча видео жасаганбыз. Бирок бир колу жок аял, но ал тигет да, чөбөр, тигүүчүлүк кылып. Тем более аны күйөөсү жок. Но бир кызын, бир уулун өзү багат ушинтип. Ал аял, мисалы үчүн кумер дебейм, бирок мындай көпчүлүккө мотивация бере турган аял десем жаңылышпайм. Анткени азыркы убакта колу, путу бар жогу бар болуп туруп пайдаланбайт да. Кийин эме сүрөт баян болгон. Сүрөт баян 8 марттагы марш боюнча болгон. Аны деле жасаганбыз, сүрөткө тартып, ал жерде ылдый жагында текст жазып, жакшы болгон. Кийин подкаст жазганбыз. Подкаст аябай жаккан өзүнө. Анткени эң актуална болгон теманы алып чыкканбыз десем жаңылышпайм да. Көп аялдуулук боюнча алып чыккан да. Анткени бул эң биринчи очередьте болгон да арабандачы. Мисалы үчүн арабанда көп да, көп аял алгандар. Анан макул деп тийип алып, кийин баласын экинчи аял менен деле ажырашкандан кийин баласы алимент өндүрө албай аткандар, андай нерселер вообще слишком көп. Ошон үчүн ушул теманы тандагам. Есть женщина. Вот у меня есть две женщины, которые я помогла им. Они жертвы семейного насилия. Когда я ходила к ним домой брать интервью, у него муж был пьяный, и он гнался за мной, из этой женщины, ножом.
Да, 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 мы через поле прям просто бежали, спасали. Мы же участвуем в этом проекте «Медиа Кыздар Академиясы», да, и здесь главная цель — это, как бы, как я как поняла, мне как понравилось, как семейное насилие, вот про женщин, да. И я нашла ту женщину, то есть я сдала ее давно. Я ей сказала, давай мы будем вот брать интервью, только закроем лицо, там сменим голос, но она не соглашалась, она боялась. Один прекрасный день она пригласила меня, сказала, все, я расскажу, только ты будешь писать и как бы напишешь только публикацию, сделаешь про меня, но там мое имя там будет анонимно. Я согласилась. Я спросила первым вопросом, а где ваш муж? Она сказала, что он на работе, что он придет только вечером, то есть ночью. Я сказала, ладно, мы поехали. Мы были с сыном, со старшим, я его взяла. Я не знаю, почему я его... Я после садика просто забрала, и мы уехали. И мы сидим, мы, слава богу, что мы все закончили, я все написала, эта женщина поплакала, там все-все, мы там все, я вроде бы закончила. И этот мужчина, то есть муж ее, да, он пришел и был пьяным. И он спросил, кто я. Она сказала, что я типа ее знакомая, ну, дальняя родственница. Я тоже сказала, что я дальняя родственница, я просто... Я вышла, то есть я, она, потом она сказала, ладно, мы попрощались, в один день женщина закричала, я же не уйду, я ребенка быстренько там в угол дома сказала, ты посиди, тихонько, я приду. И этот мужчина думал, что я уехала, на самом деле я просто отошла немного от дома и хотел, сказал, почему она пришла, это кто там, это все, и он взял нож. В этот момент я увидела просто своего отца, да, вот этого. Я сказала, лучше я там что-нибудь, пусть со мной что-то происходит. Если моя смерть так приписана, пусть мы умрем здесь это вместе с женщиной, да. Я заступилась за нее, мы зашли, я заступилась за нее. Я ей сказала, я последнее, только что я помню, я сказала, бегите, я тебе бегите и все, да. Она убежала в сад, я за нею. Так прям повезло, что был пастух, мужчина, да. И он заступился нас, он взял, отобрал. И мужчина мне сказал, типа, сегодня еще, да, получил гельсень. Он заметил у меня блокнот, но не сказал, я не знаю почему. Он просто, наверное, знал их родственников, что первый раз меня видит. И сегодня неге, типа, она, женщина была заплакавшая. И я опять перегадаю свою историю, что там, типа, муж бьет, там, он хотел поджечь их дом, избивает детей. Я женщине сказала, все, я иду в милицию, буду писать на него, типа, он все-таки мог меня убить. Она мне сказала, не надо, Герегичок, у меня есть двое детей, давай, у тебя тоже есть дети, типа, сен, гетеле голос, ну, мы забудем это все, я не забыла. Я пришла, написала, дяздым, и что они сделали? Они поехали, забрали его, дело завели, меня позвали, она отказалась писать. Она мутает ходит, да? Да, был с Гельген, и да, он там просто взял нож. Типа он не гнался, а просто взял нож. Часто что я говорю, вы чего боитесь? Вот. И она говорит, я боюсь потерять дома. Я говорю, вы не боитесь потерять дома? Я говорю, вы потеряете свою жизнь, говорю. Зачем после смерти ваш дом? Она меня не поняла правильно. 90-х жылдарынан бери башына алачы кодчу. Азыр ушул буунун үйү катары бул жерде көптөгөн агенттиктер. Давайте дагы бир жолу шаңды урабыз. 1, 2, 3. Айо, кызык болчу эле ушул жак зданиясын көрбөн. Кылам болду. Буюрса келип, ушул жака ыктыярчы болсом деген ниетим бар. Отузурун караш үчүн жүрөт. Тазалык эмне үчүн жүрөт сен? Тазалдышыш үчүн жол министрлигине жүрөт сен. Жолун түзүп беришим. Сен монту эле кой-коюп таптаза эле өнөгүн көтөрө алып басчын бүгүн. Мошун. А мамлекеттин милдети ошо адамдардын тобусунун эркиндигин камсыздоо. Аны тага аткарбаганда ушинтип биз кыйнала беребиз, азап тарта беребиз, балдарыбыз миграцияда жүрө берет, ал ушинтип эле дайым артка кете беребиз. Өзүбүздү мыкты көрсөткөн кайсы жерде болбосун жашообузду тыңгырып кеткенде болуш керек. Ошондо Кыргызстан өзгөрөт, ошондо Кыргызстанга биздин пайдабыз, салымыбыз тиет. Ошо ийгилик.
этапом, может, даже функцией феминизма является сестринство. Это очень классное слово, эжесинделек. Ого! Мисалы, көчуда кетип баратып, караңгы көчуда кетип баратып, ким коркот, колуңар көтөрүп жүрүш. Биз ушундай дүйнөдө, ушундай заманда жашайбыз да. Просто реальность. Муну өзгөртө албайбыз. Айла жок деген сөз бар. Айла жок. Бир-эки бала менен уже калышпайт да, ал жашоо үчүн, бирок бала үчүн, ата-энеси үчүн кете албайт да. Когда мы бежали, с нами вместе пришел из школы сын ее, в 4-м или 5-м классе такой прям подросток пришел, и начал плакать. И в этих глазах ребенка я увидела себя, потому что когда-то мы тоже были вот такими вот жертвами, то есть мы были свидетелями такого вот страшного кино, да. А в прошлой жизни я стала, как бы сказать, свидетелем очень жесткой семейной насилия. Наш папа, мой отец, конечно, нельзя говорить, когда вот человек умирает, о нем плохо, да, ну это открыто, нельзя вот от того, что мы скрываем, мы докатились до такой жизни, да. Я никогда не скрываю. У нас папа был очень строгим. Он нас воспитал вот как жар птицу в гнезде, да, мою маму. Он просто брал маму, запирал в комнату. То есть они оставались, вот такой мама, он запирал ключом и избивал маму. СИЗИН, кризисный центр, ШАНС, они помогают не только психологически, с психологом, но и оказывают шелтер. Шелтер – это куда женщины могут приходить с детьми, они могут там жить, они могут получать поддержку психологическую. У мамы на следующий день вот в этом, во всем теле, вот не стесняясь говоря, да, во всем теле были вот синяки. Он пил, да. Но даже он, когда не пил, он тоже маму очень жестко избивал. Очень. Я сейчас вспоминаю, это стало для меня таким ударом жизненным. До 18 у меня не было ни парня, ни друга, ни одноклассника. То есть я не сообщалась с мужским полом, да. Я всегда говорила, что все мужчины, да, не вот такие вот жестокие, как мой папа. Но нет, мой муж оказался хорошим человеком. Поэтому я сейчас настроила его на того, что я тоже имею голос, то есть я тоже человек и личность. Назовите своих женских ролевых моделей и почему? Мен айтат элем, мен биринчи болуп өзүмдү. Мисал үчүн биз айтышыбыз мүмкүн любой адамды кумир катары алышыбыз мүмкүн. Бирок мен айтат элем, мен өзүмү кумир кылам 10 жылдан кийинки Пашаны кумир кылам. Анткени азыр баарыбыз ойлошубуз мүмкүн, баардык адамдын кемчилиги болот. Мисалы үчүн буларды оюн урматтайм. Ооба мен деле кумирим болушу мүмкүн, бирок аны деле кемчиликтери болот да. Ал эми мен 10 жылдан кийин ушул кемчиликтерди жеңип чыксам, ушул өзүмдүн кемчиликтеримдин үстүндө иштесем, ошондо настоящий сон кумир чыгат. Медиа кыздар эң биринчи болуп эмнесин берди десем болот. Мага эжесиңди берди. Мени эжем жок, сиңим жок, бир тууган. Бирок мен медиа кыздардагы бардык кыздарды мен эжем, сиңим дейм. Ал биздин медиа кыздардагы кыздарчы барсы өзүнчө дүйнө, барсы сонун. Сегодня у нашей одной из участниц день рождения, и мы просто не могли не поздравить, и вот решили от большой такой семьи медиа Каздар поздравить. И свет. Я не знаю, мне очень волнительно, я не знаю каких. Свет.
мен эч ким андай туттаган эмес. Ушул жашыма чейин мен андай куттуктоо көргөн эмесмин. Туура мындай апам, атам менин алдымда болбошу мүмкүн. Может быть, бирок кылып бериш керек деле, керек деп деле эсептейм. Но мен андай туулган күн көргөн эмесмин. Мен үчүн деп деле ойлоп атам да, ким туулган күн деп коем да. Медиа кыздар мага бир үй бүлөмдө болуп калды деп айта алам да. Анткени даже может быть мен муну ата-энеме кылып бериш керек дейм. Но ата-энем кылып бербеген нерсени ата-энем убагында, мисалы үчүн ушул моментте ата-энем менин алдымда болбоду. Бирок медиа кыздар менин алдымда болду. Ушул жактан мен жакшы көрөм медиа кыздарды. Барсын, башкача жакшы көрөм. Раз, два, три. Кыз кызы болду!